многих интересует, Рейн онкобольным помогает только поддерживать состояние организма или во время химиотерапии или после химиотерапии можно еще и выздороветь? Объясни, пожалуйста. Сразу объясню, да. Рейн, у него 4 вида продукта, которые являются онкопротекторами. Понятие протектора, слово «защищать». Если у нас уже случилась, простите, такая форма заболевания, то в любом случае нужно заниматься его лечением. Рейн не является панацеей. То есть, поймите, это питательная среда, которая полностью помогает фоново вот, организму справиться с этой проблемой. Мы Рейн применяем вместе с формой, связанной с лечением, для того, чтобы ускорить процесс выздоровления. Понимаете меня? Это очень важный момент. Потому что, когда это уже произошло, то есть надо бороться. По-другому нельзя. Просто Рейн хороший помощник в том, чтобы восстановить человека даже после химиотерапии. Вот на сайте написано, что онкологи разрабатывали именно этот продукт СОЛ 15 лет для восстановления во время химиотерапии и после химиотерапии. Это специально разрабатывался в первую очередь для этого, а уже потом... Он в первую очередь разрабатывался для того, чтобы восстановить детскую кровь, детскую иммунную систему после химиотерапии. То есть специфика была именно в этом. Его задача фоново помогать, фоново создавать необходимые средства для улучшения здоровья и иммунной системы. Понимаете? Это очень важный момент.